Вы прожили много лет с прекрасным, великолепным человеком, Кате Махарадзе, которого любил весь Советский Союз. Я очень любил его тоже, и столько лет мы так хорошо с ним общались. Замечательный человек, потрясающий. Очень больно от того, что его нет. И вы знаете, когда его вспоминаешь, всегда на глаза наворачиваются слезы, потому что это был светлый, прекрасный человек в самом высоком понимании этого слова. Тяжело с ним было или легко? Очень легко. Очень легко. Я даже не представляю, существует ли еще вот мужчина, с кем было бы так легко жить. Он был ниже травы, тише воды, знаете, человек. И я считаю, что мне очень повезло, что на моем пути вот он встретился. Незаурядная личность. Уникально образованный, знающий, энциклопедическое знание у него было. Если его что-то спрашивало, и он не мог не ответить, это была самая большая трагедия для него. Он тут же начинал рыться в энциклопедии, читать там какие-то словари, понимаете, что такое, чтобы дать тебе, как это, что ты меня спросила, я не знаю. Но это был один случай, два, три. Он все знал. Вы ведь поженились, когда за спиной у каждого была уже жизнь, в общем-то, правда? Да, была семья, были дети. В общем-то, это не была такая, знаете, наша женитьба, такая Страсть, радужная. да? Да, это все мы прошли через очень большие испытания, очень большие испытания. И каждый раз, когда рушишь семью, это очень тяжело, особенно для детей. Вы знали друг друга уже много лет до этого, до Ну, женитьбы? естественно, мы же одной профессии, Но да. как-то не присматривались друг к другу, наверное, да? Он, оказывается, присматривался. Но скрывал. Нет, потом уже признался, потом уже за 10 лет до того, пока уже у меня что-то там родилось, оказывается, он уже наметил себе. Ну, вы начали вместе в спектакле Уриэля Мы, Коста, да, по-моему, да? этот спектакль нас и Соединил. соединил, когда он был жив, я говорю, этот спектакль нас погубил, но сейчас, конечно, я считаю, что это был подарок Божий. Скажите, пожалуйста, вот два актера в одной семье, причем две очень популярные личности. Вы уживались нормально? Вы не нагружали друг друга своими творческими проблемами, неурядицами? Как это Нет, все нет, нет, происходило? никогда, никогда. Нет, наоборот, мы всегда как-то друг друга поддерживали, помогали. А когда он вот создал этот театр одного актера, это было для него таким детищем. И я сделала все возможное для того, чтобы он себя чувствовал вообще там хорошо. И правда, этот театр существует у нас в доме. У нас в музее, в доме существует этот театр. Он был таким счастливым, таким счастливым. И как-то совсем неожиданно все наступило, понимаете, этот конец какой-то. Он сам себя перегрузил, страшно перегрузил. Работой. Да. Он ревновал вас, вы ревновали его. Вот я его не ревновала. Странно, но не ревновала, но я настолько была убеждена, что он меня любит. И Хотя он был Дон Жуаном известно, он правда? был известным Дон Жуаном, но я ему поставила условия. Я говорю, пока ты мне не скажешь всех, не назовешь, с кем ты имел дело, и все такое, я не выйду за тебя. Он сказал, все в прошлом, все кончилось, все, никогда. И он сдержал свое слово. Он меня ревновал, причем ревновал иной раз. Я ему даже говорила, слушай, это просто, что это такое, что за безобразие, выбирай получше этих. Ну и до чего доходила его ревность? Нет, ну потом, конечно, все, она доходила, Да? иной раз, да, он переставал со мной разговаривать, такой был обидчивый, как ребенок. Все-таки он занимался спортивным комментарием, и я подозреваю, что вы его, наверное, ревновали к футболу, да или нет? А к футболу, нет, он влюбил, я тоже влюбилась в футбол, когда у нас была хорошая команда была, вот Динамо Тбилисская, когда существовала, я тоже любила, но сейчас, нет, сейчас я не люблю футбол. Вы знаете, что, Дима, он не давал мне повода к чему-нибудь ревновать. Единственное, вот к чему я не то, что ревновала, а злилась, когда он
начинал пить на застолье, потому что я знала, что ему этого не совершенно нельзя. Ну вот он себя как-то погубил, потому что у него уже, знаете, организм не выдержал. У вас ведь потрясающий дом, у этого дома есть своя история. А на каком месте он был построен? Я слышал историю, легенду. Да, это легенда или правда? Да нет, это не легенда, это правда. Это дом стоит на горе Раздумья, где раньше был такой лесочек, где уединялись, значит, влюбленные парочки. И одной из такой парочек был и мой отец с моей матерью. Кстати, у них то же самое, это вторая семья. И папа был женат до мамы, и мама была замужем. Вот. И когда папа поцеловал, мама сказала, вот на этом месте, где я тебя поцеловал, я построю тебе дом. И он выдержал свое слово и построил дом. В этом доме собиралось очень много знаменитостей, правда? Да, да. В этом доме за честь было туда прийти? В этом доме было очень много знаменитостей. Во-первых, там был весь МХАТ. Это МХАТ ведь был эвакуирован во время войны в Тбилиси. В этом доме читали стихи Качалов, Книпер Чехова. Качалов, кстати, был влюблен в маму. И он объяснялся ей в любви, читал ей на коленях стихи и все такое. Тогда я была совсем девчонкой, совсем маленькая, 5-6 лет. Я помню, папа построил этот дом, у нас был, сейчас мы переделали пол потолка большой, 5 метров. Потолка была стеклянным. И нас, конечно, детей не допускали в этот зал, когда приходили гости, знаменитости. И мы взбирались на крышу или лежали на этом стеклянном потолке и смотрели, что творилось внизу. Атмосфера этого дома, она сегодня сохранилась или вы чувствуете, что что-то ушло? Нет, в смысле что-то ушло, ушло очень больное. Но вот мы этим театром сохранили эту атмосферу. Вы не представляете, какая аура царит. Вот там, где у нас спектакли проходят, у нас помещается 80 человек в этом театре. Но я чувствую вот присутствие духов отца и матери. Висят картины их, понимаете. И они смотрят, они дышат, они... Я думаю, вот все, кто у нас бывал в доме, все интересные люди... Они все оставили свой след, свой дух. Это очень действует. Знаете, вы счастливый человек, вы видели несколько совершенно разных эпох. И вы жили в них. Вот сейчас, думая об этом, что вы думаете о сегодняшней эпохе? Вам не кажется, что поколение новое, оно как-то мельче, чем те, что были? Кажется, что люди менее как-то талантливее, менее конечно, масштабнее? Конечно, конечно, конечно. Но я думаю, что это бывает во все времена. Вы знаете, не бывает всегда ренессанс. Нет. Вот есть, а потом какое-то обязательно должно быть падение. К сожалению, вот сейчас это упадок. Упадок всего. Но я это опять-таки хочу как-то оправдать, что вот... Поколение наших детей, вот эти десятилетия, они видели страшные вещи. Они видели войну, они видели измену, они видели смерть, они видели продажу. Я не знаю, ну, все страшное, что может человек увидеть. Они все это увидели и познали. Вы народная артистка Грузии и Армении. Вы снимались в многих фильмах Параджанова, и Параджанов считал вас своей музой. Что это был за человек? Какой след он оставил в вашей душе? Это был потрясающий, уникальный человек, уникальный. Он был гениальный человек. Но все гении, конечно, сумасшедшие. Он тоже был сумасшедший. Но он был уникально талантливым человеком. В нем сидело, он не мог остановиться, вы понимаете. Вот. Он весь. Это было, я не знаю, вот брожение, когда вино бродит. Вот это в нем чувствовалось. Он никак не стал вином. Он все время бродил вот как-то. Это правда, что когда его посадили, вы, будучи депутатом Верховного Совета Советского Союза, хлопотали, чтобы его освободили, и действительно выхлопотали его освобождение? Да, я хлопотала, я выступила даже в суде и все такое, и... В общем, сыграла, конечно, роль какую-то, что его выпустили. И уже, когда я была у судьи, в общем, в Верховном Совете, и спросила, ну, когда мне сказали, что
через неделю мы, говорит, его отпустим. Я пришла домой, и, значит, а у нас он умел так, значит, если приходит Сергей, Сережа Параджанов, значит, где-то это после трех ночи обязательно, понимаете. Если раздавался звонок после трех ночи, так, это Сережа, значит. И, ну, я пришла домой. Тогда еще Георгий был моим мужем, Шакила. Что такое, мы уже почти легли, и вдруг, значит, такой стук в двери. Я говорю, неужели Сережу выпустили? Его должны были неделю тому назад. Ну, наверное, а кто может три часа? И, значит, я побежала открываю дверь, и стоят, знаете, два армянина и держат огромное зеркало. Огромное зеркало. Значит, такой прекрасный фильм «Кето и Кото». Там, значит, вот мизансцена точно повторилась. Эти армяне, значит, сидят, и вот так смотрят на меня. Это вам Сергей Параджанов прислал в 3 часа ночи. Зеркало антикварное, конечно. Антикварное зеркало. И он им сказал, только в 3 часа ночи к ней постучитесь, чтобы, значит, это зеркало. Это была уникальная личность. Есть ли роли, которые вы не сыграли, а очень хотели? О чем вы жалеете сегодня? Что бы вы хотели сыграть? Ну, сегодня, когда появился театр одного актера, я, наверное, сыграю все то, что я хочу играть. Естественно, то, что мне разрешит уже мой возраст. Я жалею, что не сыграла Элизу Дулиттл в «Пигмалионе». Ну, так, раз, два, я обчелся. Мне хотелось сыграть очень «Леди Макбет». Но сейчас почему-то уже не хочется. Вот сейчас не хочется. Да нет, мне везло. Мне везло, я почти сыграла все, что мне хотелось сыграть. В свое время, 70-е, 80-е годы, два тбилисских театра имени Руставели, имени Марджанишвили потрясали не только Советский Союз, но даже Англию, насколько я помню. Были блестящие гастроли, Ричард III в постановке «Стура» и «Кавказский меловый круг» и так далее. Скажите, а между собой эти театры и труппы соперничали или нет? Я вам одну вещь скажу, довольно такую. Вы знаете, вот это только это вам в мое время, чуточку раньше, вот 60-е, 50-е годы, 70-е, 80-е, уже другое время настало. Но когда вот была плеяда, вот созвездие, это мама, вот Хурава, Гудзиашвили, там это самое. Вы знаете, хотя всегда считался, что театр Руставели – это академический более такой театр, а театр Марджанишвили вторым номером, если можно, номерацию. Но у него было делать право на эксперименты больше, наверное, правда? Нет. Он всегда был гораздо более любим народом, грузинским театром Марджанишвили, чем Руставели. Более любим. Гораздо. Здесь было очень много любимых актеров. Было созвездие. А там не так много, но зато был Хурава, Васадзе, понимаете, там и какие-то звезды очень большой величины. А здесь почти все были звездами. То есть какого-то острого соперничества нет, такого не было? Нет, нет, нет. Ну, а сейчас так вообще все же Робик смог, вы понимаете, Робик держит вот этот планку, планку держит. Наш театр уже совершенно. Раньше были популярны декады искусства Грузии в Москве. Вы наверняка все это помните. А скажите, что за дух был тогда? Как принимали грузинские театры, когда вы выезжали куда-то на гастроли? Очень хорошо нас принимали. Очень хорошо нас принимали. Я не знаю, я столько ездила на гастроли, не только в Москву, в Санкт-Петербург, в Ригу, в Киев. Всегда я помню улыбки, аплодисменты, цветы, радужные приемы, бесконечные застолья. Это все было. Скажите, если сегодня говорить о будущем, каким вы видите будущее для своей страны? Ой, я так мечтала, чтобы Грузия превратилась в маленькую вот Швейцарию, чтобы была свобода полная. Вы понимаете, это уникальная страна. Грузия может существовать только своей водой. У нас ведь такая вода. Я не говорю о Боржоме, который, значит, у нас лечебные воды потрясающие. Только туризмом может существовать в Грузии. Какие горы, какие луга, какое море. Но это все не воспользовано.
Мне хочется пожелать вам оптимизма, хочется пожелать новых ролей, хочется пожелать внутреннего спокойствия и уверенности все-таки в завтрашнем дне. Спасибо большое вам, спасибо. Я себя все время вот так подзавожу. Будет лучше, будет лучше, будет лучше. Надо только в это верить, надо верить. Настанут праздники на нашем.